Вот, друзья, если хотим увидеть Казанову, то он постоянно возле вольеров главного прайда. Здесь он держит территорию. Молодняк сюда не подходит. Это только королева крымской саванны любит к молодежи пойти в гости, поразвлечься. А эти более такие консерваторы марку главного прайда держат. Такой у них установился паритет. Молодежь сильно не наглеет, но эти разрешили молодежи занять большую часть территории главного прайда. Так, ну и давайте, друзья, глянем, чем там занимается одуванчик. Одуванчик тоже на своем любимом местечке. Вон здесь аж притоптал. Такая лёжка у него. Посматривает на своих друзей. Так что, друзья, особого экшена не происходит. Но это и понятно, какой может быть экшен в зимнем вольере. Тем более, когда их мало. Вот когда много, я помню, было в этом вольере одну зиму, львов. Да, вот тут был экшен, так экшен. А сейчас все спокойненько, умиротворенно. Всем привет от ребят из главного прайда.